какое дело с нашими классными байкер демо Дрезден. Мы были 4 июля в Дюссельдорфе. Были еще и чуваки, которые в то же самое время, как мы были в Дюссельдорфе, они были в других странах, в других регионах Германии, где так же само протестовали. И это вообще интересная вещь. Но после того, как началось это все, там выступали пару политиков, прошло полчаса, резко подорвались и ломанулись. Ну и поехали блокировать центр городов. Ну такой как бы маленький протест. Что ты будешь делать? Надо будет сейчас микрофон поправить. Маленький протест такой. Я сразу не понял, в чем беда-то, да? Но в Дюссельдорфе там кандидат, который должен тоже баллотироваться, там все вот эти дела, как бы выступил 15 минут, и этот кандидат, он тоже как бы, это женщина, да, Мари Агнес Штрак Циммерман, она выступала на площадке, говорила, ну, всем, как бы, куда вы лезете, что вы творите, то есть, ну, в Германии так много всяких там запретов. И она сама ездит за рулем, ну, на байке, то есть, да, с 15 лет. Тоже, как бы, да, и много байкеров там аплодировали, поддерживали, туда и сюда. Это было интересно. Да, ломанулись в город. Еще раз упомяну, вот все думали, там их там 1000 будет, там 5000, 8, кто как, да. В конце концов там было, там говорят, кто-то говорит 8, кто-то говорит 12. Несколько скринов сбросил. Вот женщина так выглядит, сейчас, конечно, плохо видно. Даже дело не в этом, я, может, сейчас их поставлю, да. Не знаю, к чему это все приведет, но говорят, как обычно, предвыборная вот эта вот муть, как бы может это все слезть. Но как бы это все не звучало, там смешно кому-то, может, это кому-то вообще не смешно. Мне, как байкеру, это вообще не смешно. А если ты работаешь 6 дней в неделю, у тебя остается только 7-й день, это воскресенье, и теперь они хотят у тебя его забрать. Когда мы должны ездить? Тогда. Когда нам двигаться, если вот запретят все это. Я сегодня долго думал перед тем, как включить кнопку записи. Ну, как бы там некоторые там сценарии пишут. Я просто вообще так в голове прогоняю. Вспомнился мне такой интересный анекдот. Точнее, случай жизни. Ну, это анекдот, как бы кто-то говорит, но анекдот это есть случай жизни. Когда разговаривает водитель грузовиков и один из водителей говорит, как я могу узнать, когда я пересеку границу, что я уже в Германии? И один из нескольких говорит ему, ты пересекаешь границу Германии, как бы, и ты видишь, что все вокруг красиво, да, то есть ты уже в Германии, там, такие вот дела. Потом, на что ему следующий сказал, а как я узнаю, что я, не, так нормально, как, говорит, я узнаю, что, точнее, что я прям, все, я нахожусь в Германии. Ему на что другой водитель сказал, когда ты окажешься на территории Германии, у тебя будет 3 больших слова. Нет, это не то. У тебя будет 3 слова. Это будет стоять forbotten. Слово forbotten называется запретить. А если сказать forbot, как глагол, запрещено.
И как бы три раза запрещено, так оно и есть. Когда мне было лет 19-18, я еще не понимал, что это такое. Ну, то есть, как может быть запрещено, когда здесь много так всего разрешено, что нельзя в России, как бы изначально. Но дальше больше, поживешь, поглубже все это посмотришь. И на самом деле у тебя и правда запретов как бы выше крыши. Все запрещают. Если сейчас начну рассказывать всякие законы такие абсурдные, мы, конечно, там никаких на других континентах, где тем тебе даже танцевать местами нельзя в деревне. Но по сути здесь тоже есть такие запреты, где просто начинаешь вообще думать, как бы, ну, большинство уже с этим свыклись, они посмеялись и забыли, но это откладывается все, и столько запретов ввели, и просто жесть какая-то. То есть скоро нельзя будет без разрешения даже тут воздуха глотнуть. То есть надо будет заплатить. Самое абсурдное для меня, я как помню, сейчас лет 10-11 назад, сейчас точно уже где-то так было, это давно уже. У меня еще был первый автомобиль. И какой-то идиот, слава богу, я не знаю, кто это, придумал. На машине такие есть плакетки, на этих плакеточках там цифры 2, 3, 4. И эти плакетки как бы разрешают тебе в ту или иную зону заезжать и знают, допустим, насколько экологически чистая твоя машина, видно издалека. Не по цвету определяются. Это так глупо. Отдавали хорошие машины за бесценок и покупали поляки, которые рядом живут, чехи. Ездили на них дальше. Ну то есть у нас же граница, она же как бы открытая, понимаете, ветер вот этот, все, сквозняк. Это была такая же глупость. Ну, таких можно пример. Я могу сидеть до утра рассказывать. У меня, к сожалению, я думаю, никто не будет смотреть видео, которое будет длиться 3 часа про вот эти глупые законы. Если, конечно, вам интересно про такие глупые законы, я могу собрать какой-нибудь в комментариях. Но это не для этого. Единственное, что вот сейчас хотел рассказать про байкеров. Они здесь такую же хрень пытаются ввести, что мы не имеем права двигаться на выходных. Это, кстати, первые ввели то ли в Австрии, то ли в Швейцарии, там же вот эти горы, все дела. И у них это клюнуло, заклинило. Там много, конечно, летчиков, там туризм, много на этом денег делают. Но они решили, что вот, байкер нам мешает, туда-сюда, там громкие. Да, есть, конечно, товарищи, которые выкручивают киллер и давай. То есть они портят всем жизнь. Они портят жизнь вам, они портят жизнь мне. Я вообще мечтал как бы про Винс туда, и мечтал попасть в Альпы на мотоцикле. Как бы мечта эта еще не умерла, но желание потихоньку отпадает. Сколько вокруг стало всяких запретов, и вообще не смешно. То есть началась такая хрень. Там это придумали, и они подумают, ну что? Швайц, раз они сделали, там запретили, давайте мы и в Германии сделаем. Не понимаю. 7 июня 2020 года в Дрездене был протест именно поэтому. Собралось больше 400 байкеров в центре города. В Австрии, Тироль, где туристическое это самое, запретили. И у них заклинило. Раз Австрия можно, да, но зачем вы это делаете? Ну, я не понимаю этого. Так же само запретили в Австрии. Последний раз я когда услышал, я чуть не упал. То есть, если ты едешь по магистрали, авария, пробка и т.д. и т.п., тебе нельзя съезжать с магистрали, ты должен стоять в пробке. Ты не имеешь права покидать магистраль, чтобы объехать пробку. Вот такой классный закон. И вас поздравляю. Также 4 июля проходили Баден-Вюртемберг в Штутгарте, Фридрихсхафен, чуть ниже Бавария, Дюссельдорф и в стороне Берлина. Дальше. Про Дюссельдорф я уже сказал, про это сказал.
что еще? Ну, главное, что... 17 июня тоже было такое же. И... Из-за чего я все это не начинал раньше? Потому что тема не закрыта. Тема не закрыта вообще никак. Абсолютно. Потому что выборы еще не прошли. Выборы не прошли. Много тысяч, миллионов, точнее несколько миллионов байкеров в Германии сидят и ждут окончательного решения. Это просто какой-то, я не понимаю. Вот эта техника, которая перед вами, она как бы по закону все стоит на страховании, на годовом причем. Страховка стоит здесь, не буду говорить громко, стоит как на нормальный автомобиль, такой на лимузин, страховка годовая в год. Застрахована каска полностью. Потому что очень дорогая техника, лучше полностью застраховаться, вдруг что, не ты так тебя, не тебя так ты. Плачу еще кроме страховки налог, который платит в Германии каждый, кто двигается на транспортном средстве больше чем 25 кубических сантиметров, платит налог. Хотя нет, извиняюсь, больше чем 125 кубических сантиметров. До 125 кубических сантиметров у тебя не облагается техника налогом. Вот эти все скутеры, десятки, 45 кубиков, которые здесь заглушили немцы, 80 кубиков, 125, инклюзив, без налогообложения. После 125 кубиков начинается налог. Копеечный, немного. Перед вами 1043 кубических сантиметра. Это машина, которая сделана для поднятия настроения, для длинной дороги, для удовлетворения, я не знаю даже, это... Я его когда первый раз увидел, я подумал, да ну нафиг, как я могу вот вообще, ну, я не смогу на такой технике ездить, это тяжело. Он для меня казался брутальный и так далее. На самом деле он не казался, он так и есть, он до сих пор еще брутальный. Ну, у тебя, слава богу, есть два фарм-моди, и можно трекшн-контроль добавить, что и чтобы не поднять его. Я его так настроил, что как бы, если я вдруг чуть больше ручку газа крутану, чтобы не поднялся передок. Хотя он поднимается легко, мне это показывали, но я еще как бы на вкус вилли не вошел и не знаю. Но я больше турист. Хотя потихоньку начинаем закладывать. Это вот здесь, допустим, вот. Чуть-чуть вот осталось, вот так вот, чуть-чуть, вот, вот, ну сантиметр еще у меня на краю есть, такой маленький, полтора сантиметра даже. Потому что я не гонщик. Просто путешествуем, по спортивному путешествию. Это спорт-турист такой. Kawasaki Z1000SX. Что еще хотел сказать? Приведем к тому, что платится налог, платится страховка. Таких, как я, в Германии миллионы, у которых застраховано все и заплачен налог. Мы платим все налог для того, чтобы передвигаться по нашим дорогам. Налог идет, по идее, на ремонтные работы, там, т.д. и т.д. Ну, я не буду углубляться, на что он именно идет, потому что... Не я это придумал, не мне отменять. Но, что я хотел бы добавить, то, что, ребята, мы, я понимаю, что запретили бы ездить там, допустим, и так это запрещено. Ездить, если у тебя нет страхования, без страховки ты не поставишь мотоцикл на учет. Да? Как вот ГАИ, допустим, в России здесь называется штрафсинферфер. Не поставишь ты на учет, номерные знаки не получишь, гос. Наклейку не получишь, пока у тебя не будет страховки. И техосмотр, да. Без наличия годного техосмотра, пускай он даже будет месяц ему, ты не получишь ни учет, нифига. Мы это все платим. Мы это все делаем честно, четко. Непонятно только одно. Почему
когда ты платишь все это как, ну, послушный гражданин, и тебе один фиг пытаются запретить еще на нем передвигаться. Что-то я не понимаю. Зачем тогда мы платим деньги? Следующий вопрос. Я должен платить деньги в государственную казну, чтобы мне запретили ездить, хотя я уже заплатил за это. Я понимаю, там запрещено ездить, если у тебя там, вот, допустим, я сейчас откручу фару, поворотники, все, это значит, вот эта машина, она уже не предназначена для передвижения по улице. Окей. В данный момент перед вами техника, которой год, она как новая, ну, частистенькая, конечно, да. Был у меня старый мотоцикл. Всегда техобслуживание, все есть, все четко. Поворотнички, тормоза, все работает, все горит, фара, свет. То есть он технически как пригоден для использования на дороге. У нас, опять же, таких миллионы. Есть, конечно, редкие случаи, но это прям в Германии. Так, я не знаю, может, где-нибудь в глубинке в России, может, чувака встретить, у него не будет поворотников там. Или они будут, но они не будут работать. У нас даже случаи были. Тебе техосмотр могут не дать, даже если тебе сигнал не работает, там будка там проверяет его, там пиковка не работает, пик, все. Даю тебе талончик, отремонтируешь, у тебя есть срок, не знаю, что там, 7 дней, 10 дней, и ты можешь ездить. Эх, жесть. Я не понимаю, что за дела, что за прикол. Да, то есть это обидно. Чем это закончится, непонятно пока еще. Я еще сделаю обязательно видео продолжение, я думаю, этого, когда все-таки вынесут ту или иную урталь, приговор, то есть мне скажут, к чему мы пришли, можно будет передвигаться, нет, вообще дичь какая-то, обидно. И все это не заканчивается. Техника, вот эта система, вот это все, так сказать, песня, это из-за чего все не закончится, из-за чего так долго тянулось видео, я думал, будет какой-то результат. Но когда начал смотреть эти все новости, это все пришло к тому, то, что как бы выборы еще не прошли, и поскольку выборы не прошли, некоторые кандидаты решили для себя взять это как бы на позицию такую, чтобы у них было такие, как я, там несколько миллионов, которые на выборах за них будут проголосовать. То, что эти кандидаты, они будут против вот этого закона, который будет запрещать. И как бы так. Из-за этого в середине сентября, в конце сентября будет несколько выборов. Я отдельное видео все равно сделаю, потому что мой мопед застрахован на весь год. Даже если будет в ноябре, в декабре 20 или 15 градусов, можете представить, кто поедет на дорогу. Я. Раньше такого не было. Сейчас, если могу это позволить. Единственное, что если бы не могу позволить, вообще не, я даже себе не могу представить, если это правда останется в силе, и они все-таки добьются этого, чего я, конечно, не хочу. Потому что я за 365 дней в году, 360 дней работаю и в субботу. Шутка. Не 360, а 180 в субботу я работаю тоже. У меня просто потом нет сил, настроения или так далее. Я хочу в субботу. То есть я хочу ехать в воскресенье, отдыхать. Можно присесть на дорожку. Такие вот дела. Так что, как бы там ни было, я надеюсь, что это все как-то обойдется, и мы будем спокойно ездить дальше на выходных. Кстати, вот хэштег драйвер, канал, какие-то видео сейчас вы видите, кому есть что рассказать или прокомментировать, может что-то добавить к этому видео, предложение, ставьте свои отзывы в комментарии, будем их обязательно читать, рассматривать, и я все равно, я
Обязательно хочу сделать видео, когда все-таки выборы пройдут. Мне будет очень интересно и ваше мнение, что вы скажете по этому поводу. Это в России я видел на русских новостях, высказываются некоторые люди. И, конечно, оно как-то звучит дико, да, хотят много чего запретить. Так оно и есть. Forbotten, forbotten, forbotten. Еще раз. Три форбота слова. Они запрещают тебе буквально все. Кому интересно, я могу подобрать вам самые абсурдные запреты. Вообще, ну, если есть люди, которые за территорией Германии, которым это интересно, могу прокомментировать по-своему. За 18 лет жизни здесь как бы некоторые вещи уже ты к ним привыкаешь. Но некоторые вещи до сих пор еще, они у тебя остались так дико, да, и это прям, даже если уже кто-то к этому свыкся, ты знаешь, что есть такие или иные запреты, и тяжело. Так что, ну, здесь ссылочка. С нами, как всегда, присутствует сумочка. Как положено. Мы поедем сейчас. Надо обязательно еще, пока он перед дочь к нам не пришел, пару сотен километров прокатиться. Вот эту вот штучку новенькую, которая темная, стеклышко. Нормально его затестить, рассказать, я не знаю. Посмотрим, что с этого получится. Так что приходите на канал, подписывайтесь, комментируйте, не стесняйтесь. Будет интересно ваше мнение насчет этого видео. Все еще, как бы сказать, в обработке. Это все будет отдельно потом, попозже. Между делом буду выпускать еще и другие видео. Уже отснято много часов для кинофильма, но, к сожалению, обстоятельства последних недель вообще не давали мне никакого шанса малейшего записать что-то смонтировать, потому что на это надо время. Я уже рад был, что иногда записывал, но это и к лучшему. Сейчас пойдет дождь, снег, будет все круто. Можно будет тогда раз в недельку кинофильм выбрасывать, потому что слякать-то есть неудобно, а так у меня хоть снятый есть материал, который сейчас сделан. Так что такие вот делишки. Мы с вот этим вот товарищем, со всеми 143 лошадками двигаемся в путь. Приятного посмотра. Сейчас еще прокачусь по деревушке. Соответственно, с микрофоном, с комментариями. Мне будет интересна ваша реакция. И реакция нашего правительства. Посмотрим, чем тут все закончится. И вот видишь, так что приятно посмотрим. Приходите, подписывайтесь, комментируйте, а мы дальше путешествие. Всем оставаться здоровыми, двигайтесь на технике любой, 2 колеса, 4, 6, 8, сколько у вас там колес есть, удобно, можете на моно каком-нибудь унициклик кататься, кто на что. Такие вот дела. Хотел бы еще в конце большой привет. Я его оставлю ссылочку на Иисуса. Держись. Я надеюсь, в республике все это угомонится, успокоится, и люди придут к чему-нибудь одному. Но я тебя уже приглашал не раз. Приезжай к нам в гости, как только это будет возможно. Почему бы и нет. Здесь Серегина тоже ссылочка скинул. Все, счастливо.